Синяя ПВХ бочка на 240 литров, так называемая рюмка, кверху горловина расширяется. Плотно прилегающая крышка подходит для хранения и транспортировки питьевой воды, технической воды для хранения там сыпучих каких-то материалов, зерна, орехов. Для засолки подходит, для брожения винограда, каких-то еще фруктов. Ранее в ней транспортировалась томатная паста во вкладыше. Это такой пакет, туда наливается, запаивается, и бочка служит, так скажем, емкостью, которая защищает от внешнего воздействия. Абсолютно чисто. После промывки бытовыми средствами, там, средством для мытья посуды, можно хранить питьевую воду. В наличии большое количество, обращайтесь.